What's up, садитесь. Дети, я горжусь вами. В комментариях к прошлому выпуску вы указали все те ошибки, которые я специально допустил, чтобы проверить вас. Да, я, мадафака, специально их допустил. Вы молодцы, но давайте приступим к занятиям. Доставайте ваши тетрадки, ручки, панчи, скилзы. Начинаем. Пэм-пэм, бичес. На прошлом уроке... Так, МС Спунтеймер, shut up, motherfucker! Тишина в классе! А то чё? Я, motherfucker, выгоню тебя! Да выгоняй! Ты вообще не учитель, а говно, потому что русский рэп это говно, и вообще наши уроки это просто чертовщина какая-то. Ты, блядь, слышал, чему ты учишь? И я здесь по обмену, и кстати, форма наша школьная тоже дерьмо собачье, понятно? Ты сказал, со своей мамой будешь гавкать. Так сошел с ума, как мастер в романе Булгакова. Я жду объяснений, извинений, пока не поздно. Иначе ты знаешь, что будет, сынок. Я Иван Гроз, гажешь Радакан. Не выйдет объяснить и доказать им. Да, у тебя бомбануло Хиросима, Нагасаки. Будто под С2, H5OH, ты в неадеквате. Я тебе поставлю 2, будешь ученик в квадрате. Тебе походу дали по голове, но ты не стал Ньютоном. И теперь подобно собаке Муму, твой стайл утонет. Ты по сравнению со мной дно озера Байкал. Твой хип-хоп звучит хуже, чем мой кал. Если ты часть треугольника, точно не острый угол. Если ты такой смельчак, почему сейчас напугал? Ты не Гитлер, ты не Сталин и даже не Ким Чен Ын. Ты трусливая собака, не собака Баскервилли. А когда ты стелкой, ты прямая, ведь лежишь на плоскости. Твой стайл 4 угла квадрат, а у меня броский стиль. Хавал, будешь знать, как на меня что-то говорить. Вон из класса и без родителей не приходи. Дети, чтобы ответить, ведь поднимите ваши руки ввысь, ваши руки ввысь, ваши руки ввысь. Качай в такт, это учебный хип-хап. Ваши руки ввысь, ваши руки ввысь, ваши руки ввысь. Урок сорван, надеюсь, вы довольны. Сейчас я буду проверять вашу домашку, и учтите, я очень, мадафака, зол. К доске пойдет Александр Михайлов. Если ты отличник и хочешь медаль, ты должен писать и говорить, как Владимир Даль. Возьми в руку ручку и в линейку лист, и будешь ты нормальный золотой медалист. Запомни до конца, раздельно пишется, хоть слитно, тебе и мне слышится до и конца. Два разных слова «да». Если пишешь вместе, то получаешь 2. Догадки напрасны. Если выиграть говоришь, выделяем красным. Неправильно это, малыш, мы не в маразме. И не будем врать, выиграть через «и» надо писать. Молодец, Саня, я ставлю тебе твердую четверку. А для тех, кто хочет посмотреть полное домашнее задание от Сани Михайлова, переходите по ссылке в описании. Ну вот и все, подписывайся на Давай Лайма, ставь лайк и помни, звонок для учителя. Бичес! Я в доску пошел. Мэн! Итак, прямо сейчас экстренные плохие новости. Ученик покончил жизнь самоубийством после того, как учитель его оскорбил. Хорошая новость, этот ученик слушал русский рэп.